Доброе утро, друзья. Время почти 11. Мы с Кузей только проснулись. Да, собрались в курятник. И еще, ну никак не могу видео снять. Я же ему обещала пилажок. Кузенька, сидеть. Да, мама обещала. Да, с Новым годом, сынок. Да, ты же обещала. Ой, мамин пилажок с мясом. Ой, это же очень вкусно. Да? Держи второй. Очень вкусно. Ну вот, а теперь мы идем к курам. Всех с наступившим Новым годом. Ой, наконец-то он наступил. Всем здоровья, счастья, любви. Да, Кузь? Что мы еще пожелаем, Кузенька? Чтоб все ваши мечты в этом году сбылись. И всего того хорошего, чего вы сами себе желаете, пусть оно исполнится. Да, вот Кузя пошел. В общем, пошел Кузя. Некогда нам тут с вами. Да, Кузя, скажи. А в персиковый дом все-таки ребята переехали. Они ночевали уже две ночи в своем собственном доме. Вот. Так, ну, вообще-то я курочкам собралась. А Кузя пошел самостоятельно гулять. Да, пожалуйста. Вот и стоит. И ведь не просился даже, а? Ну, потому что... Хочу проситься. Мама спит. И я сплю. Всем хорошего дня. Я пошла к курам. С Новым годом, мои дорогие. Смотрите, сколько я вам вкусняшек принесла. Да, там столько вкусняшек. Вчера пока на стол накрывала. Да, там столько всего вкусного. Ой, ну с Новым годом. Кушайте.